Всем всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня мне пришло очень странное сообщение. Кентуха, я бывший разработчик. Хочешь посмотреть мой аккаунт? Я пишу: братишка, конечно, хочу. Поэтому, ребята, прямо в эту секунду прожимаем лайкосик, потому что мы еще узнаем, как же выглядит аккаунт бывшего разработчика. Дорогулька ты моя, хочешь бесплатно получить этот скорпион? Да, он недорогой, но на халяву, бесплатно, это очень круто. Значит, смотри, что тебе надо сделать. Первое, поставь лайк и подпишись на мой канал. Во-вторых, напиши любой хороший комментарий плюс твою ID. И третье, самое-самое главное, прям самое главное, братишка, посмотри все видео от начала до конца без перемоток. Ну что же, всем желаю удачи, а мы приступаем к видео. Ура! Давайте смотреть. Первое, что я вижу, это ник разработчик и такой палец вниз. Но, ребят, на пальцы вниз не нужны. Только пальцы вверх и ничего более. Ну, ребята, с вас лайкусик, с вас подписочка, эчики, бамбани. Идемте дальше. А дальше я вижу... Ой-ой-ой-ой-ой. 1.21 кд. Ничего себе, сказал я себе. А что у нас по союзникам? 0.91 кд. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это понимаю, конечно, есть проблемки у этого разработчика. Что у нас с помощью статистики? 2.08 кд. Вот это уже очень хорошо. И общее время в игре 5000 часов. Вы понимаете, насколько же это много? Этот тип провел... Блин, он провел полгода в игре. Полгода с утра до ночи. Просто представьте. Так, смотрим дальше. История матча. Что же тут интересненького? Как мы видим, счет 10-5. И давайте посмотрим, как же играет этот разработчик. Блин, даже в одно кд не вышел. Просто хэштег... Тупо пыль, пожалуйста, дорогулечка ты моя. Шута плохо ты играешь, да? Для разработчика. Блин, ребят, у меня что-то такое ощущение, что это фейковый разработчик. Как вы думаете, это по-настоящему бывший разраб или это фейковый? Но мы ответим на этот вопрос, когда мы перейдем в инвентарь. Вот там-то, ребята, будет самое интересное. Ну что же, переходим в личное сообщение. Давайте почитаем. Что? Пыжи, бро, дай голды, прошу, я разработчик. Не, ну, ребят, все, у меня нет пали. Настоящий разработчик. Блин, братан, ты чё? Так, что написано? Я подписчик, мне голда тебе не нужна, бро. Я рад, что ты к нам зашел, я разработчик. Чё, реал? Да, бро, реал. Так, я разработчик, тебя забанить. Я все твои видео смотрю с колокольчиком. О, ребята, кто смотрит тоже все мои видео с колокольчиком, прямо сейчас прожали лайк и подписались на мой канал. Кстати, этого парня зовут Глори, который дал мне аккаунт. И как оказывается, он бывший то ли тестер, то ли около разработчик, то ли разработчик. Смотрим клан. В клане, ребят, как мы видим, 41 участник. Все как надо, все как обычно. А теперь самое интересное. Это инвентарь. Дорогулечка ты моя, инвентарь. Переходим. И что же я тут вижу? Мама дорогая! Не. Чего? Чего? Не, ребят, походу это реально разработчик, потому что такой инвентарь обычный человек никогда в жизни себе не заработает. Обалдеть, братан! Ёханый магия, вот боксик. Так, пацаны, а может мы с вами это откроем? А? Давайте наберем много лайков. Я зайду в 3 часа ночи, пока никто не будет видеть. И открою этот гейвотбоксик. Так, ну что же, идем дальше. Origin кейсик. Ля, сколько он сейчас стоит, как думаете? Он стоит 5к голды, прикиньте. Когда-то он стоил 100 голды, сейчас он стоит 5к. Я в шоках. Перчаточки. Раз, два, три. Три пары перчаток. Ну такое, слабоватенько, слабоватенько. А дальше у нас пошли ножи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь ножичков, неплохо. Ну самое драгоценное, это кироголд. Откуда? Ля, вот это, я понимаю, люди живут. Обалдеть. Вот это люди живут. Кироголд в инвентаре. Как вам такое, Илон Макс? Как тебе такое? М4 самурай. Статрек еще с крутыми наклеечками. Драгонами. Да ты что, бомба. Бомба, если честно говоря. АКР, Трежер, Хантер с четырьмя... бета, ну, блин, я, короче, забыл называть наклейки, но они очень дорогие, потому что каждый из этих наклеек стоит по 25, а то и по 35 тысяч голды. Просто прикиньте, и это еще АКР ТХ Статрек, самый настоящий, на котором 4700 килов. Блин, ребят, походу это реально разработчик, потому что вот такие вот скины у обычного человека точно недоступны. Смотрим дальше, UMP Beast, Статрек, ну такой-си, такими скинами ты никого не удивишь. М40 монстр!
Вау! Обалдеть, ребята, с вас лайк, подписка, потому что это просто нереально дорогой аккаунт. Я грибу, Али-Бабу, вот это, понимаю, вот это люди живут, вот это разработчики доживут. Ребята, просто плюс комментарий, кто хотел бы быть тоже разработчиком. Посмотрите, как много этих спасов октопусов. Очень много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь штук. Обалдеть. АВМ-то какой сочный. Вау! Ребята, вы тоже видите эти наклеечки? Вы тоже видите наклеечки Snow Queen? Каждая из этих наклеечек стоит по 50 голды. Как вам такое? Обалдеть. А посмотрите на вот эти наклеечки на М16 Винджет. Ну тоже не погано. Хэштег богатая жизнь. Но сразу видно, бывший разработчик-то, ё-моё. P350 Blizzard. Обалдеть. P350 Radiation с четырьмя наклеечками Toxic. Что? Вау. Просто вау, вау, вау. Окей, ребят, смотрим дальше. G22 Frost Warm. Что же я тут вижу? Ну, тут такой обычненький, обычненький. Ты нас уже не удивишь. Еще один АВМ Интерспорт. Слушай, братишка, а может быть ты поделишься с кем-то ПК? Одним авиком-то. Ну, если тебе не жалко, дорогой ты мой. Дорогулечки ты моя, пожалуйста, потому что я тоже нищий. Я не долистал даже до третин. Я вообще ничего не долистал. Смотрите, ползок в самом-самом верху. Обалдеть. Так, давайте листать немножко быстрее. Посмотрим, что еще интересненько тут есть. Тег-9 Некромансер. Блин, ребята, прикиньте. У меня до сегодняшнего дня не было Тег-9 Некромансер. Сегодня я впервые его купил. Обалдеть. Чисто все скины есть. Как же их много. Вы посмотрите, какие наклейки. Что это? Кэрспорт. Ёханый бабай. Мама дорогая, вот так люди-то живут, да? Бывший разработчик, ничего себе, сказал я себе. Так, ребят, тут у нас пошли эпики. Но, скажем так, тут ничего интересного нету. Но, мало ли вдруг мы наткнемся на какую-то интересную наклеечку или еще что-то, то я вам обязательно скажу. Пока что... Не, ребят, это я не про USP Сангол, да, их тоже много. И не про G22 Монстр, их тоже очень много. Я про USP Генезис. Я в шоке, это один из самых дорогих аккаунтов, который я видел. На этом аккаунте есть и Гергол, и USP Genesis, и M40 Monster, и КРТХ, Statrex с четырьмя дорогущими наклейками. Обалдеть! Насколько же дорогой, нереальный аккаунт! Ребята, пожалуйста, прожимаем за это лайк, обязательно подписываемся, потому что я хочу себе такой аккаунт. Отвечаю. Так, я листаю, 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 блин. Посмотрите, как много MP7 Интерспортов. Я скажу так, если бывший разработчик покупает эти MP7 Интерспорт, значит они со временем очень сильно подорожают. Ля, уже 125 голды, они же недавно стоили по 25. Так, ребята, мой совет, покупайте их тоже, потому что, как я вижу, посмотри, сколько он их закупил. Глорик, братан, ты че в сосну въехал? Обалдеть, ребята. Посмотрите на G2 Starfall. Кстати, прикиньте, он играет с G2 Starfall вот этим, да? Наверное, потому что на нем очень крутые наклейки. И на нем целых 699 килов. Ого, как много. Так, дальше пошли рарочки. Слушайте, ребят, походу на этом аккаунте очень много рарок. Или очень много наклеек. Сейчас я узнаю, чего больше. Так, рарки, рарки, рарки. Анкомонки пошли, анкомонки. Блин, а зачем ему хотя бы анкомонки? Обалдеть! Анкомонок штук 500. Комонки пошли, ёханый бабай. Анкомонки, комонки. Что на этом аккаунте только не найдешь. Так, ребят, и самое интересное, мы только наполовине. То есть, мы не долистали еще даже в самый-самый низ. О, пошли, пошли комонки. Обалдеть, это все комонки из Storage коллекции, если не ошибаюсь. Да, это М4 Тайгеры из Storage коллекции. Обалдеть. Блин, ребята, вот это я понимаю аккаунт. Просто прожмите, пожалуйста, плюсик в комментариях, кто хотел бы себе такой же аккаунт. Как же много всего. Просто прикиньте, сколько надо потратить времени, чтобы все это скрафтить. Я не знаю, наверное, надо потратить неделю времени, чтобы все это перекрафтить. Так, я жду, чтобы у нас... Хана! Смотрите, сколько комонок! Обалдеть! Я в шоке, это все комонки. О, пошли чармы. Ну, наконец-то, спустя миллиард лет мы долистали до чармов. Что же я тут вижу? Раз, два, три, четыре чарма аркана и все? Так, мало, окей. О, наклейки! Ребята, слушай, а может мы прикольнемся на разработчика? У него целых 5000 предметов. Я думаю, если я куда-то приклею, он даже не заметит. Но я так делать не буду, потому что он мне доверился. Он мне дал аккаунт, говорит, кентуха. Только смотри, там ничего не продавай, потом, братья, все нормально, я суету не наведу. Ой, пошли наклейки легендарки, пошли наклейки эпики. О, а это уже дорогие наклейки. Вот это уже дорогие наклеечки, сколько стоит каждая? По 330 голды. Ничего себе, сказал я себе. Дальше пошли наклейки рарки. Но и в принципе... Слушайте,
О, граффити-паки, куда без этого, граффити-паки, куда без них, ребят? Так, а эпики, эпики. Слушайте, ребят, я не пойму, как же много тут эпиков. Посмотрите, это все граффити-эпики. Обалдеть, они стоят всего лишь 7 голды. Я не знаю, зачем я их накупил. Зачем? Глорик, братан, ты их так много купил. Я, конечно, понимаю, что это, возможно, бывший около разраб и так далее. Но зачем они тебе? Ты сейчас не будешь делать. Блин, они стоят по 7 голды. Обалдеть, ребята. Вот что-что, я не знаю. Кажись, он что-то знает. Наверное, после этого видео я пойду тоже куплю эти граффити. Потому что если он их купил, значит, он что-то знает. Обалдеть, как много. О, и теперь мы долистали в самый конец. И тут я вижу платиновую медаль ветерана 2021 года. Я даже вижу медаль ветерана 2022 года. Ой-ой-ой-ой-ой, Сашка, снимаешь... Блин, как много разных прикольных, крутых медалей. Дальше есть опыт. Пока он не видит, ребят. Но немножко опыта применим. Успешно, все, не сычок. Мне просто было лень листать в самый верх, поэтому я применил опыт. Теперь оказался сам вверху. Но прямо сейчас я хочу проверить, насколько это по-настоящему аккаунт разработчика. Я куплю 10 фейбл кейсиков. И мы проверим, сколько же нам аркан выпадет. Если это по-настоящему аккаунт разработчика, то тут по-любому есть подкрутка. Сейчас мы все проверим, мужики. С вас лайк, подписка. Поехали, поехали. Давайте сделаем мини-бустик на Legacy, мини-бустик на Dragon Glass, мини-бустик на Black Widow и просто за разработчиков. Так, так. Ой-ой-ой, вот эта рарка выпала. Не, ребят, вот эта рарка точно не разработчика выпала. Так, проверочка номер два, попыточка номер два. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ребят, если что, я все отдам. Вы не переживайте, вы не переживайте. Блин, опять рарка номер два. Такое ощущение, что у него антиподкрутка. Знаете, есть подкрутка, а у него вообще наоборот. Слушай, пацаны, а может мы гифтбоксик откроем, а? А? Если вы наберете много лайков, ребят, открывай гифтбоксик. Опа, выпал эпик, уже хорошо. Выпал, наконец-то выпал эпик. Сейчас выпадет легендарка и потом выпадает аркана, да? Так, давай, давай. Да! Нет, блин, ребята, это было так близко. Я уже на секундочку представил, что я богат. Так, открываем еще один кейсичек. Так, 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 так. И нападает, на выпадает, как обычно. Какаха. А, да, ребят, на выпадает именно какаха. Ну что, мужики, дело будет раз, дело будет два, дело будет три, дело будет четыре, дело будет пять, дело будет шесть. Пожалуйста, аркан. Не, ну реально, мне просто интересно, на этом аккаунте есть какая-то подкрутка? Или, в принципе, все равно, что аккаунт разработчика, что аккаунт обычного игрока, шансы везде одинаковые. Но если честно, у меня такое ощущение, что на этом аккаунте шанс даже занижен. То есть, наоборот, максимально низ... О, сейчас бы легости выпало. Реально, у меня такое ощущение, что тут как будто антиподкрутка стоит и будут, наоборот, одни рарки, одни легендарки и одни те скины, которые никому вообще не нужны. Так, смотрим дальше. Что ж там еще интереснее это, а? Опять любимая рарочка. Ну куда без них, ребят? Ну реально, ну рарки это тут. Кто бы что ни говорил, ребят, ну рарочки это имбулечка. Так, поехали дальше. И на выпадает М110 кибер. Зашибись, сказал бы я, но увы и ах. Так, пацаны, опять дело буст раз. Это последний кейсик. Вот обычно, вот в такие моменты всегда везет. Вот обычно. Но сегодня, может, будет необычно. Ну что, давайте, поехали. Обалдеть. Короче, братва, официально заявляю, то, что этот аккаунт ничего не разработчик, потому что разработчикам бы такая какаха не падала. Все, братик, убери приставочку разработчик, ты не разработчик, все. Я ему не верю. А вы верите? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Да, инвентарь у него крутой, как у настоящего разработчика. Ну, видели, какая какаха ему падала. Такое ощущение, что у него, наоборот, антиподкрутка. Ну что же, мои уважаемые подписчики, в принципе, на этом все. Обязательно прожмите лайкусик. Подпишитесь на мой канал, обязательно подпишитесь на мою телегу, там промики на голду, отвечаю без скидала, после перешли, сейчас подписались и вели промик. Также на мой ютубчик подписались, напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха, всем хорошего настроения, всем удачи, всем пока!